Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 22 октября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Лисица много лает к перемене погоды или дождю. Крот во время мороза выбрасывает свежую землю. Знать, потеплеет. Утром небо было сероватое, значит, к вечеру станет багровым. А какая же погода ждет нас завтра, 22 октября? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Поле Онежского района Архангельской области столбик термометра остановится на отметке плюс 8. Осень полноправная хозяйка. Листва уже опала, и дождь идет без остановки. В селе Золотое Поле Кировского района Республики Крым воздух прогреется до 20 градусов. Вот так вот, когда у одних уже зима, у других настоящее лето. В селе Полдневая Полевского городского округа Свердловской области и вовсе плюс 7. Надеюсь, уральцы не мерзнут и постепенно подготавливают зимнюю одежду. В селе Яркое Поле Кировского района Республики Крым плюс 20. До конца недели температура будет повышаться, а после придет похолодание. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!